Сегодня депутаты Госсовета Чувашии подвели итоги двухдневного визита в Республику Крым. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве – итог работы по одному направлению. Чувашская делегация решала ряд задач и вопросов. К примеру, присвоить одной из воинских частей, дислоцирующейся на полуострове, имя Василия Ивановича Чапаева. Крымские коллеги идею поддержали. Инициативу направят в адрес Минобороны России. Еще одно направление – укрепление межкультурных связей. Работа ведется уже несколько лет. В Крыму существует чувашские автономии, регулярно проводятся национальные праздники. Нынешнее предложение – открыть на полуострове памятник павшим чувашским солдатам. Мы обязаны почитать их и, конечно же, этот момент создать. Национальный конгресс планирует в эту осень провести конкурс среди скульпторов, выбрать вместе крымчанами и севастопольцами этот проект, а уже потом этот проект воплотить в жизнь.